Ну что, наконец-то мы добрались до топ-5 ТВ-боксов из Китая на лето 2023 года до $50. А это очень бюджетные ТВ-боксы по версии канала Технозон. Поехали. А слушайте, ну мы на главной страничке нашего канала, и тут уж такое дело. Дело в том, что подписавшись и нажав на колокольчик, вы не пропустите наши самые интересные обзоры. Ну и плюс, конечно же, ссылки на проверенных продавцов, а также на все обзоры на ТВ-боксы, о которых мы сегодня будем говорить. Это чтобы вы не говорили, что ты рассказываешь, просто читаешь характеристики. Нет, все ТВ-боксы мы держали в руках. Лежат в описании под этим видео. Пойдите, нажмите, узнайте актуальную цену и актуальную цену доставки для вашей страны. Для каждой страны цена на ТВ-бокс может быть разного. Ну а мы начинаем. Смотрите, дело в том, что топ-5 мы долго не выпускали, никаких изменений не происходило. И одно из самых важных изменений было насчет одного ТВ-стика, который сначала был в топе, потом вылетел, и тут мы его реабилитировали. Ну так уж получилось. Сейчас все объясним. Мы сначала начнем с внетоповых мест. И тут у нас оказался X96 Max Plus, который еще на 905X3 процессоре. Он ушел в топ из топ-5 в топ-6, потому что там чуть добавились другие топы. Я объясню почему. Потому что на 905X3 процессоре наклепали столько много разных ревизий. И даже несмотря на то количество прошивок, которые для него есть, и Slimbox, и еще там на него портировали Югус, то это, в принципе, действительно достойный ТВ-бокс. Но вот огромное количество ревизий вынуждает нас чуть-чуть понизить его в рейтинге, потому что достали вопросы, а какая у меня ревизия, что мне с этим делать, где мне брать прошивку. На FOPDA берите прошивку, идите, берите прошивку, смотрите, какая у вас ревизия, тут уж дело такое. Но ссылку мы разместим в описании под видео. Все-таки это достаточно популярный ТВ-бокс, это бестселлер, он, ну, сколько стоит на текущий момент, версия 2 на 16 33 бакса, 4 на 32 версия стоит 43 бакса. И это 905X3 процессор AMLogic, конечно же, без Dolby Vision, без каких-либо лицензий, 4 на 32 на Android 9, к нему желательно докупить бы пульт и перепрошить. В принципе, он тянет абсолютно весь контент, который есть, поддерживает HDR10+, и на различных прошивках у него появляется и автофреймрейт, и тому подобное. Но еще одно понижение было связано с тем, что изначально это был ТВ-бокс с 1000 мегабитным LAN-ом, и в принципе они заявляют, что здесь 1000 мегабит, но проскакивают ревизии со 100 мегабитным LAN-ом, и тут уж такое 50-50, какая ревизия попадет, потому что пишут, а вы делали обзор, я получил, а там 100 мегабитный LAN. Говорю, ребята, извините, не я эти ревизии клепаю. То, что было на момент его выхода, мы и показали. Поэтому бокс неплох, советую обратить внимание на фоне тех прошивок, которые есть, но в целом есть боксы поинтереснее. Так же, как и следующий, он тоже внетоповый на нашем, скажем так, канале до 50 баксов. Объясню почему. Потому что он внетоповый только на момент вот этих скидок Super Deals. Но советую пойти посмотреть его цену. То есть на тот момент, когда мы снимаем это видео, он вывалился дешевле 50 баксов. Правда, в версии 2 на 16. И это сертифицированный ТВ-бокс Hakko Pro, который был выпущен там, в 2022 году. Хотя они пишут в 2023, это немножечко вранье. Мы делали на него обзор еще в 2022 году. У него AMLogic S905Y4, у него есть Netflix сертификация, есть Dolby Audio лицензия, голосовой пульт, само собой, и достаточно неплохой ТВ-бокс. У меня был, я пользовался, сейчас им пользуется мой товарищ, который живет во Львове, и он, ну, честно вам скажу, не сильно расстроен тем, что он пользуется в ТВ, он больше доволен. И поддержка у него есть и AV1 кодека, и плюс HDR10+, и само собой Dolby Audio есть у него для Netflix, и все стриминговые сервисы тоже поддерживаются. В принципе, за 45 баксов очень даже неплохой вариант с такими характеристиками, плюс еще имея сертификацию Android TV, а здесь чистый Android TV, не Google TV, а чистый Android TV. И он здесь пока что временно, объясню, вне топовый, если цена закрепится. Если цена закрепится и продержится до осени, то осенью он войдет в полный топ ТВ-боксов до 50 баксов. Потому что то, что вывалилось временно, мы, конечно, это фиксируем, но не можем обещать, что он будет постоянно держаться на цене ниже $50. Поэтому боксинг даже в исполнении 2 на 16 пойдет для просмотра практически любого контента. У него достаточно мощный процессор, неплохой Wi-Fi-чик, 5 гигагерцовый, само собой. И
Вот ждем. Ждем, но ссылочку разместил в описании под видео, делал обзорчик. Но делал обзорчик на версию 4 на 32, потому что 4 на 32 уже вываливается на 52 бакса. А вот то, что вернулось в топ, так это вот стик X98S500. И пока что он держится на 5-м месте. Будет пока тут и сидеть, пока мы его реабилитировали. В том плане, что после того, как мы выпустили обзор, у нас была первая ревизия, она работала отлично. Мы ее прошили потом на Slimbox TV. На него есть прошивка. Slimbox TV очень хорошая прошивка. И он тоже работал отлично. Но потом люди начали получать. И такое тоже 50-50 начали появляться информация о том, что у кого-то плохо работал Wi-Fi, а у кого-то плохо работало охлаждение, да, там чуть перегревался, как они считали. И получилась ситуация. Мы, когда я был в Германии последний раз, я купил на Амазоне именно вот эту вот версию второй ревизии. Сейчас она стоит 32 бакса. Я ее получил, разобрал, а там всего лишь нужно переклеить маленькую антенку переклеить на там 3 миллиметра вправо, и все. И ваша проблема с Wi-Fi решается. Проблем с перегревом я не встретил, потому что там были какие-то, видно, была какая-то серия, там чуть-чуть, там была очень тонкая прокладка, не доставала от процессора до термопластины. То есть вот такая ситуация. Но это единичные какие-то случаи, люди пользуются и нормально все это дело летает. Поэтому тут как бы бокс действительно, ну не бокс, а стик действительно неплохо. Потому что с учетом того, что это ТВ-стик с наличием USB порта, пускай 2.0 порта, но USB порта, к которому можно беспроблемно подключить и SSD диск, и можно подключить, допустим, ту же самую мышку, если с донглом, не мышку, а аэромышь или там просто-напросто пульт. У него есть само собой процессор AMLogic S905Y4, нет никаких лицензий, но есть прошивки Slimbox, очень неплохие прошивки. В данном случае тянет спокойно 4К 60 FPS и плюс достаточно мощности для различных вариантов использования, включая не совсем легальные. Если вы понимаете, о чем я говорю, есть поддержка AV1 кодека, HDR10+, как я уже говорил, и 5-гигагерцовый Wi-Fi, в принципе, который работает там до 200 мегабит. В моем случае, после того, как я переклеил, у меня, в принципе, такая скорость и осталась. Да, я получил, подтверждаю, что при неправильно наклеенной антенне есть падение скорости Wi-Fi, падение где-то в два раза у меня было. В моем случае я переклеил антенну, все вернулось на место. То есть тут как бы вопросов нет. Мы его рекомендуем на 5-м месте. Ссылки на обзоры есть на Android 11. Там очень даже неплохой вариант за там 30 с мелочью долларов. Очень даже неплохо. С учетом того, что можно прошить и кастомизировать. Но я вам скажу так. Здесь, конечно же, будут и сертифицированные устройства. И тот же самый Realme 4K. Вот этот вот стик на Google TV. С формулой памяти 2/8, как бы вы ни ругались, но этого абсолютно хватает на сертифицированных Smart TV боксах. За 48 баксов тоже абсолютно адекватная цена для полного сертификата с Netflix, с Dolby Audio, но с постоянным HDR. Тут уже вам решать, нужен он вам или нет. Так, у меня здесь немецкий язык стоит, сейчас переключу на английский, который я использую постоянно. Так, давайте. Да. То есть этот стик тоже на AMLogic S905Y4 на Google TV, на сертифицированном. У него есть недостаток, нельзя управлять вот этим вот пультом, который есть. Нельзя управлять, допустим, громкостью телевизора через ИК-порт или включать телевизор только лишь через ЦИК-протокол. 2/8 формула памяти, очень неплохой Wi-Fi. И в принципе этот стик справляется 4К 60 FPS, и YouTube-чик тягает, и Netflix, и достаточно неплохо. Он с этими всеми сервисами, которые требуют каких-то лицензий, у него есть практически все лицензии, ну кроме Dolby Vision, он абсолютно хорошо справляется. Поэтому мы действительно, я вот честно вам скажу, от себя не сильно рекомендую. От того рейтинга, который строится по вашим отзывам и по определенным комментам, то я вам честно скажу, он здесь должен быть. Это не мое желание, хотя мое мнение тоже учитывается в том плане, что сертифицированные ТВ-боксы будут скоро рулить, потому что люди хотят иметь какое-то универсальное решение. Например, для нелицензионного или неофициального контента и, возможно, для официального. В разных странах смотрят по-разному. И разные стриминговые сервисы нужны, и нужен, само собой, лицензия DRM L1. В данном стике это есть.
А вот следующее место у нас, я вам скажу, это уже у нас будет третье место. Здесь у нас два ТВ-бокса, один из них Tanix W2, другой Tanix X4. И тут вот такое дело, вы меня спросите, почему они в одном ряду, вроде как Tanix X4 мощнее у него, X4 Proz, а Tanix W2, он там тоже имеет право на жизнь, я вам объясню. Дело в том, что смотрите, Tanix W2, версия 4x32, стоит 32 бакса, но Tanix W2 можно взять за 26 баксов в версии 2x16, прошить его на Slim Box, это будет просто шикарная приставка за такие деньги, то есть в виде полноценного, скажем так, ТВ-бокса. С процессором MLogic S905W2 он тягает спокойненько 4K 60fps, он спокойненько тягает 4K YouTube-чик HDR, подходит идеально для IPTV, подходит идеально для определенного вида контента, правда, не огромнейшего. И, конечно же, да, у него 100 мегабитный LAN, тут мы ничего не можем поделать, но при наличии такой прошивочки, как... он, кстати, поддерживает HDR 10+, такой же прошивочки, как Slim Box, то это становится очень-очень годный бокс. При том, что на Slim Box есть и прошивка есть Slim Box и на Tanix X4. Но тут вот вопрос. Дело в том, что у Tanix X4 немного слабоват 5-гигерцовый Wi-Fi, но при этом он неплох как таковой. Вы можете его прошить, все равно вы получите классную тему. Это, знаете, ну и цена у него вот немножко играет не в ту сторону. То есть версия 4x32 у нас стоит там $49 практически. Хотелось бы, конечно, чтобы он стоил там $29-30, и будет тогда просто-напросто офигенный ТВ-бокс. Он на MLogic S905X4 на полном процессоре, то есть это не W4, не W2, там, не Y4, это полноценный процессор. У него, смотрите, я сейчас опускаюсь, у него 100 мегабитный LAN, это, блин, где эти? Вот, 100 мегабитный LAN, есть Bluetooth, есть версия 4x64, поддержка AV1 кодека, ну, конечно же, он поддерживает все там стандартные эти новые фишки, VP9, H265, AV1, все отлично работает. И данный ТВ-бокс я считаю тоже нормальным, но я бы смотрел, конечно, если тупо смотреть контент, то Tanix W2 за 26 баксов прошить, забыть и радоваться, вообще отлично. На втором месте у нас, само собой, знаменитые бестселлеры, это Vontor X4 и Vontor X3. Отличие у них немножечко в размерах коробки. И Vontor X4, конечно же, имеет iMlogic S905X4 процессор. Имеет он, смотрите, я вам сейчас опускаюсь, показываю, 1000 мегабитный LAN, на секундочку. На него есть прошивочка Slim Box. Становится просто идеальный, классный ТВ-бокс за недорого. Почему? Потому что за 40 баксов вы попробуйте еще взять, ну давайте, 4x64 за 46 баксов. Это для тех, кто фанатеет по огромным количествам памяти, за 4128 можно, ну, 52 бакса уже. То есть отлично, прошили на Slim Box, пользуемся. Просто идеально. Очень неплох бокс, с учетом того, что у него 1000 мегабит есть. А те, кто использует 1000 мегабит, я не знаю для чего. Например, здесь поднять серверок, там, Matrix и тому подобное. А X3, конечно же, уникальный бокс, и на него цена держится, и держаться будет. Даже вот там 40, там 4x32 стоит 40 баксов, ну 39 баксов, потому что на него есть оригинальный порт прошивки Yugus. Фактически вы купили, сколько сейчас стоит Yugus? Под 70? А вы купили Vontor X3, прошили на Yugus, там какой-то пультет за $5-7 купили, у вас Yugus. Ну, это iMlogic S905X3. Да, нет AV1 кодека, но он вам нафиг не нужен. Притом здесь 1000 мегабитный LAN, подразумевая то, что у вас широкополосный интернет, и вы особо не экономите этот интернет. Вам экономии на трафике нет, хотя у них, у двоих нет лицензии. Ну, это бокс, мы прекрасно понимаем, для просмотра какого контента. Это YouTube-чик, это IPTV-шечка, это какие-то фильмы с внешнего носителя, и, конечно же, там организация каких-то там сервисов, либо через онлайн раздачи, скажем так. Второе место заслуженное. Можете писать в комментах, там, заслуженно, не заслуженно. Я знаю, что очень много моих зрителей смотрит конкретно Vontor X3, смотрит конкретно Vontor X4, используют, и очень-очень положительно, отзывы очень положительные у меня. При этом, что Vontor X4, да, чуть-чуть, я Vontor X3 можно не дорабатывать, хотя бы тоже дорабатывал охлаждение и там, и там. Ну, китайцы такие китайцы, экономят чуть там пару долларов на тех самых радиаторах, ну, есть как есть. Первое место, само собой, Xiaomi Mi TV Stick 4K, глобальная версия, 2x8. 2x8, для... но здесь чистый Android TV, чистейший Android TV 11.
При этом у него есть и Dolby Vision лицензия, и Dolby Atmos, и Dolby Digital Plus, и DTS, хотя они заявляют DTS HD, его нету. DCI Logic S905Y4 процессор. После последних обнов он вообще стал шустрый-шустрый, вот вообще классный, мне настолько нравится. При этом у него пульт есть с инфракрасной опцией, по крайней мере в моей стране. Я знаю, что в некоторых странах приходит, ну это в частности, не знаю где, на 4PDA, на FOPDA ищите информацию, но нет. Допустим, в Европе я покупал, в Украине покупал, и мне везде приходило. Вообще, если покупаешь из Китая глобальную версию, там приходит с пультом с инфракрасной опцией. То есть вы можете управлять на телевизоре еще громкостью, не только на телевизоре, на саундбаре, либо на ресивере, и включать-выключать, допустим, тот же самый телевизор. Тут важно учитывать, что это только на глобальной версии. Если у вас Xiaomi Mi TV Stick какой-то региональной версии, вы пошли его покупать в магазине, то вполне возможно, что в региональной версии может не быть вот этого самой инфракрасной опции этого пульта. Не знаю, в каких странах, конкретно в этой, в глобальной версии эта штука есть. Стоит он на текущий момент 42 бакса. Спокойно справляется с любого рода контентом лицензионным. У него есть DRM L1, есть, конечно же, Netflix сертификация в Dolby Vision. Поддерживает Dolby Vision 5-8 профиль. И, честно говоря, это единственный стик, но единственный ТВ-бокс до 50 баксов из Китая, повторюсь, который удовлетворял бы, допустим, таким требованиям, как Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, именно в лицензиях DRM L1 и тому подобное. То есть это единственный бокс, который такое может. В целом, ребят, рекомендую его настоятельно. Ну, а я презентовал вам топ-5 на лето 2023 года ТВ-боксов из Китая до 50 баксов. И с вами был Бабл на канале Технозон. Пока!